Кислород необходим для жизни человека. Без кислорода смерть наступает в течение нескольких минут. Однако, когда мы дышим, в нашем организме начинается процесс, известный как окисление, в ходе которого кислород вступает в реакцию со всеми веществами внутри нашего организма, так же, как это происходит обычно в открытом пространстве. В воздухе, которым мы дышим, есть определенные вредные вещества, которые создают соединения, называемые свободными радикалами. Свободные радикалы — это крайне нестабильные молекулы, вступающие в реакцию почти со всеми веществами, с которыми вступают в контакт. Вследствие этого в нашем организме начинается процесс, похожий на коррозию, который мы называем поражение свободными радикалами. Как только начинается процесс окисления, он влечет за собой цепную реакцию образования большего количества свободных радикалов. Внутри организма свободные радикалы повреждают ткани и могут подорвать нашу иммунную систему. Свободные радикалы могут ослаблять и уничтожать клетки и ДНК внутри клеток. Повреждение ДНК — это основная составляющая процесса старения. Если ДНК повреждена, клетки перестают функционировать нормально, что подвергает наше здоровье опасности и приводит к заболеваниям. Итак, как нам избежать всех этих заболеваний и защитить себя? Есть решение? К счастью для нас, есть вещества под названием антиоксиданты. Антиоксиданты — это молекулы, которые способны замедлять окисление других молекул. Они нейтрализуют свободные радикалы и препятствуют реакции окисления. Нейтрализуя свободные радикалы, антиоксиданты могут полностью предотвратить вред, который может быть нанесен организму. Благодаря этому антиоксиданты помогают замедлить процесс старения. Но где же мы можем найти эти ценные вещества, антиоксиданты? Наилучший способ сохранить здоровье — это употреблять в пищу больше фруктов, овощей и особые виды рыбы. Однако, чтобы защитить себя от натиска свободных радикалов, нам нужно есть килограммы этих продуктов каждый день, а это просто невозможно. Как бы то ни было, сегодня мы здесь для того, чтобы представить вам абсолютно новый антиоксидант, открытый сравнительно недавно и занимающий на данный момент одну из лидирующих позиций в списке подобных веществ. Превосходя по своим свойствам и бета-каротин, и витамин Е, он по праву называется королем всех каротиноидов. Натуральный астаксантин в 550 раз сильнее витамина Е. От 14 до 60 раз сильнее, чем все другие антиоксиданты. В 20,9 сильнее, чем синтетический астаксантин, в 53,7 раз сильнее, чем бета-каротин, в 64,9 раз сильнее, чем витамин С. Итак, что это значит? Означает ли это, что для того, чтобы получать достаточное количество натурального астаксантина и укреплять наше здоровье, мы должны употреблять в пищу огромное количество форели, лобстеров, креветок и, конечно же, лосося? Используя один из лучших натуральных астаксантинов, полученный из микроводорослей, растущих на первозданных берегах Гавайских островов, компания Цептер Интернациональ разработала высокоэффективную биодобавку Цеп-Аст-10. Она абсолютно не содержит примесей, является самым чистым и безопасным продуктом высочайшего качества во всем мире. Используя собственное экологически чистое сырье и применяя передовые технологии и научные разработки, компания Цептер лидирует в вопросах правильного питания и представляет вам Цеп-Аст-10 — революционную биодобавку. Теперь давайте разберемся, как Цеп-Аст-10, используя натуральный астаксантин, который является самым сильным антиоксидантом, помогает в предотвращении различных заболеваний. Многие заболевания вызваны поражением свободными радикалами. Одно из наиболее опасных — бессимптомное воспаление. Временное воспаление — это нормальный процесс здорового организма. Это работа нашего иммунитета, который отвечает за борьбу с инфекцией и восстановление поврежденных тканей. Длительное воспаление может быть очень опасным. Длительное или бессимптомное воспаление может привести к повреждению тканей и многим серьезным болезням. Бессимптомное воспаление отличается от обычного воспаления. Мы его не замечаем. В результате мы не предпринимаем никаких мер для того, чтобы остановить воспаление, и оно продолжается годами, поражая сердце, иммунную систему и мозг. По мнению экспертов, нет таких лекарств, которые могли бы предотвратить процесс бессимптомного воспаления. Есть противовоспалительные диеты и диетические добавки, такие как Цеп-Аст-10, которые, повышая наш иммунитет, предотвращают возможность появления таких заболеваний.
Ревматоидный артрит является аутоиммунным расстройством, при котором иммунная система больного разрушает сама себя. Это заболевание гораздо труднее поддается лечению, чем остеоартрит. Это хроническое деструктивное расстройство, которое может нанести серьезный вред больному. К сожалению, большинство традиционных методов лечения не очень эффективны, а прописанные лекарства могут быть как небезопасны, так и бесполезны. Альтернативные методы лечения и пищевые добавки, содержащие натуральный астаксантин, показали удовлетворительные результаты в вопросах предотвращения этого заболевания. Как вы видите, ЦЕП-АСТ-10 с его уникальной формулой, в состав которой входят натуральный астаксантин, лютеин и витамин Е, может помочь людям, страдающим серьезными воспалительными заболеваниями, улучшить качество жизни, стать более счастливыми. Астаксантин — единственный антиоксидант, который может достичь мозга и нервной системы. Научные исследования показали, что такие пищевые добавки, как ЦЕП-АСТ-10, содержащие натуральный астаксантин, помогают защитить глаза от многих заболеваний, таких как катаракта и возрастная макулярная дегенерация, главная причина слепоты в США у людей в возрасте 65 лет и старше. Свободные радикалы, как известно, повреждают клетки сетчатки. После того, как сетчатка повреждена, ее нельзя восстановить. Поэтому очень важно, чтобы люди принимали такие пищевые добавки, как натуральный астаксантин, для того, чтобы защитить эти жизненно важные органы. Одно из главных преимуществ ЦЕП-АСТ-10 для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни — увеличение силы и выносливости. Он повышает выносливость спортсменов до 3 раз. Нет никаких доказательств, что астаксантин может предотвратить рак или привести к уменьшению опухоли у человека. Тем не менее, есть более 200 эпидемиологических исследований по снижению уровня рака у людей, в чьем рационе присутствует высокий уровень естественного бета-каротина. Так как астаксантин в 11-50 раз более сильный антиоксидант, чем бета-каротин, то можно считать, что астаксантин может быть гораздо более эффективным средством при профилактике рака. Потенциальную пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы может нести способность астаксантина снижать уровень кровяного давления. Астаксантин может оказывать благоприятное воздействие на улучшение памяти при сосудистой деменции и помогать в борьбе против гипертонии и инсульта. Натуральный астаксантин работает как природный солнечный отражатель. Благодаря его удивительным способностям защищать от свободных радикалов, натуральный астаксантин может уменьшить выработку меланина до 40% и, следовательно, предотвратить появление возрастных пигментных пятен и раннего старения кожи. Кто бы мог подумать, что можно принять таблетку, которая, действуя изнутри, позволит выглядеть красивее? Или что эта же таблетка поможет защитить кожу от УФ-лучей и солнечных ожогов? Кажется невероятным, но есть надежные доказательства того, что пищевые добавки, такие как ЦЕП-АСТ-10, включающие натуральный астаксантин, лютеин и витамин Е, способны и на то, и на другое. Со временем воздействие солнечных лучей повреждает кожу. Эти ультрафиолетовые лучи могут вызвать преждевременное старение кожи, снизить ее эластичность, вызвать появление морщин, сухость кожи, возрастные пигментные пятна, а в худшем случае даже привести к раку кожи или меланоме. Можно защитить кожу от этих последствий, предотвратив вред, наносимый ультрафиолетом. И существует доказательство, что натуральный астаксантин не только предотвращает возникновение повреждений от УФ-лучей, но также может помочь обернуть вспять внешние признаки старения, действуя изнутри. ЦЕП-АСТ-10, содержащий уникальную комбинацию натурального астаксантина, лютеина и витамина Е, является сильнейшим антиоксидантом. При этом он безопасный, натуральный и обладает противовоспалительным действием. Он защищает кожу от вреда, наносимого ультрафиолетом, и помогает людям выглядеть более красивыми, действуя изнутри. Прекрасная добавка для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, помогающая восстановиться после тренировок, предотвратить боли в суставах и придать силу, увеличив выносливость.
Также ЦПАС-10 благотворно влияет на головной мозг и глаза, защищает таких заболеваний, как возрастная дегенерация сетчатки, катаракта и глаукома, помогает предотвратить опухоли, диабет, артрит, атеросклероз и восстановить иммунитет. Спасибо за внимание. Надеемся вскоре увидеть вас на нашей следующей презентации. Я Виктория Саммерс, и это Цептер Интернациональ.